Наконец, я хочу отметить еще одну важную вещь. Это все началось с Белоруссии когда-то, а Но закончилось почему? КамАЗом. Сейчас скажу. Большие страны придумали себе такие прокси-силы, через которые они решают какие-то часть своих проблем. Ну вот элементарно, Белоруссия пропустила немецкие войска, российские войска, и они дошли до Киева. Мы же никогда не подозревали, что такое возможно. Поэтому хотим мы это или нет, это прокси-сила России. Нравится это Белоруссии или нет, они остаются нашими врагами и до тех пор, пока не изменят их геополитический статус. То же самое Иран. Он же не прямо напал на Израиль. Это сложно для него. Он на это подвигнул Хамас. А Хамас, знаете, есть такой нехороший термин. Он циничный очень. Эксцесс исполнителя. То есть, ну, такой жестокости уничтожать детей, отрезать головы, насиловать женщин, убивать 90-летних стариков. Я не думаю, что Иран давал такую команду. Это результат того, что он запустил процесс нападения Хамаза на Израиль, а дальше включили свои дикие, совершенно непредсказуемые механизмы. Вот в чем дело. Но это никак не оправдывает ни Иран, ни Хамас. А это говорит о том, что теперь прокси-силы, большие страны будут 20 раз думать, использовать прокси-силу, она правильно поведет, правильно сделает, или преувеличит свое значение в надежде, что хозяин их прикроет. Это раз. Дальше. И последнее. В самих прокси-силах, вот этих Хамас, Хизбаллах, ИГИЛ, что там еще? Талибан. Ну, Талибан уже имеет свою страну. Все, да. Это еще не Но наш все страна. равно, но все Но все равно. равно, да. Там внутри уже идут величайшие конфликты, которые пока еще не выплеснулись в газеты. Речь идет о том, что большинство из этих прокси-сил разделено на две части. Внутренние, полевые командиры и те, кто несут тягостные войны. И как бы внешняя верхушка, которая живет то в Катаре, то в Саудовской Аравии, то в Турции, то еще где-то. И тут уже конфликты. И вот сейчас будет этот конфликт нарастать и в Хамасе. Люди, которые обеспечивали деньги от других стран для Газы, они остались без бомбардировок, с ними ничего не происходит, все целое, их семьи в порядке, а те, которые внутри, получают по полной программе. И это коснется и Хизбаллаха, и Талибана, и ИГИЛ. Очень важно. И последнее, что вас уже совсем нет. На самом деле, надежды из Запада или страхи, или Соединенных Штатов и Израиля, что вот на стороне Хамаза сейчас выступят те или иные страны, настолько зыбкие. Вот вам пример. 2 дня назад, сутки назад, я готовился к этой передаче, вдруг сказали о бомбардировках израильскими самолетами аэропортов Алеппо и Дамаска. Казалось бы, после этого Хезболлах и Сирия должны выступить. Нет. Оказывается, что сирийский президент, ему очень не понравилось, когда без его спроса в Дамасском аэропорту стали приземляться военные самолеты Ирана. И таким образом израильтяне чуть-чуть помогли сегодняшнему президенту. Другой вариант – Египет. Все думали, что Египет сейчас выступит в сторону Палестины, а он не пропускает их на территорию Египта. Вот вам, ведь, то есть это не так, как в 70-е годы, и даже не как в 2000-м году, когда сразу же делились на черно-белых, хороших и плохих, за палестинцев, против и так далее. Этого уже нет, никакой солидарности нет. Каждая страна Ближнего Востока рассчитывает свои интересы, где они могут не совпадать ни с Израилем, ни с теми, которые кричат, что помогите нам. И третий вариант. Катар, который 20 лет снабжал газу деньгами, сейчас приостановил 6 миллиардов долларов, которые должны были поступить в Иран. Но это скандал в арабском обществе, в мире скандал. Понимаете, он вообще не имел права так поступать. Но для Катара важны собственные политические интересы, а не интересы Ирана. То есть видите, сколько закручивается этих. Ливан не хочет войны, Сирия не хочет войны. И Иран, который обещал всестороннюю помощь Хамасу, уже это не делает, а Китай делает вид, что его не касается. Более того, Иран сейчас вместе с Россией должен выступить в Пекине по поводу того, в какую сторону пойдет этот знаменитый китайский шелковый путь.
Я думаю, Иран заинтересован, чтобы через него это шло. Но и для Путина это последний шанс укрепить свою позицию с Китаем. Нам это очень важно все.